Пойдем искать твою маму. Проша! Прошенька! Прошка, где ты? Проша! Проша! Ой, нашлась твоя мама. Стой, Проша. Назад. Стой. Прошка! Да куда ты бежишь, там яма? Прошка. Ах ты, Господи. Давай. Давай скорей. Ну ничего. Спокойно. Мамочка. Спокойно. Прошка. Спокойно. Прошенька. Вот твоя мама. Скажи что-нибудь. Да, счастье-то какое. Ах ты. Господи. Нашлась твоя мама. Смышленный у тебя малец. Не знаю даже, как вас благодарить. Недавно живем на узловой, мест не знаем еще. Ну, чего меня благодарить? Обошлось и ладно. А ну, иди ко мне. Может, домой пойдем, а? Обсохнете, отдохнете, спасибо. Перекусите. Иди ко мне. Ну, ничего, ничего. Пошли. Вон там мой дом. Вон там. Деда, почини машинку, ты же обещал. Обещал, сделаю. Деда, можно? Можно, привыкай к делу. Да, молодец. И у меня все готово. Спасибо. Пожалуйста. Деда, а это в дом нести, я маме всегда помогаю. Молодец. Вот это неси. О. А я сейчас для тебя за молочком сбегаю. Ешьте, не стесняйтесь. Благодать. Места у вас хорошие, люди добрые. Биография моя. Вот это слева Проша, а это когда чугунку прокладывали, Прохор. Когда машинистом стал. Ну а потом война. Возил снаряды на фронт. Потом по льду проложили эстакаду. Возил продукты в голодный Ленинград. Ну, а потом, после второго ранения, в саперы. А это кто? А это Федор, приемный мой сын. Подобрал я его на перегоне. Привез домой, обмыл, накормил. Неделю молчал, а через неделю признался. Из интерната смотался. Ну, родителей нет. Усыновил я его. Вот. Ремеслуху прошел. В армии отслужил. Кстати, на флоте служил, да. И прямым ходом к бате. А теперь где он? А разве не знаешь? Ай, на станции узловой бригадир ремонтной бригады. На доске почета. Ой, как же я сразу-то не догадалась. Это же Федя.
Федор Таранин? Он самый. Не забывает меня, посещает. Вот, кровать у него так и стоит. Кушай. Опрошен, папаша. Совсем никудышный оказался. Мы даже не расписались с ним. Все за деньгами мотался. Лишнее зашибет, пропьет. И опять. Так вот и делся куда-то. Вот уж третий год как. Ну и пришлось нам из города ваши края податься. Ничего, отыщется. Чем такое, лучше уж совсем одним. А вот деда у Проши вовсе не было. А я на что? Ишь ты! Он сам меня дедом назвал. Правда? Правда. О, дед есть! Ну, давай, метку-то вкусный. Давай, 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 Проша. Вкусно? Вкусно. Кушай. Надо узнать, что там такое. Деда, что за ящик? Ящик? Ящик с музыкой. А ну, открывай. Я сейчас тебе покажу. Был и ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песня лилась, и ночь была ясней от блеска ясных глаз. Я помню лунную рапсодию и соловьиную мелодию. Твой профиль тонкий, голос звонкий, твои мечты, ну где же ты? Звучи же, лунная рапсодия, твой голос слышу в каждой ноте. Твои улыбки в звуках скрипки поют о любви, я слышу ты. Счастье я не ищу теперь иного. Вечер мне повторить бы луны снова. Сыграй мне лунную рапсодию, я напою тебе мелодию. Хочу, как прежде, жить в надежде, что будут петь нам соловьи.